cut so much you thought I was a DJ. Всем привет, дорогие друзья, с вами Король Джокер, и добро пожаловать на очередную серию безумных приключений. В общем, в прошлой серии мы остановились на том, как мы искали место для нашего нового дома, значит. В общем, я нашел место. Также я добавил кое-что новенькое в эту сборочку. Оу, да. Вот, ну, обо всем по порядку. Значит, я съехал с этого дома, то есть здесь остались только мои кровати, сундуки пустые, печка одна. И да, кстати, вот эти вот ботиночки зачарены на head jump, и можно высоко прыгать. Вот, тут остались сундук с лодками и лодки, ну и там пару голустоуна, остальное позабирал. В общем, я съехал в новый дом, и давайте же его посмотрим. Итак, находится он на вот этом месте. Вот он большой такой. Значит, нажимаем Т, телепортируемся. Оу, oh yeah, вот он мой дом, новый. Вот эта штука защиты от метеоров, я ее сделал, чтобы, значит, метеориты сюда не падали. И также вот эта вот штука, это нужно будет для каньона. То есть у нас будет вода здесь заливаться. И как каньон будет копать. И когда он будет натыкаться на лаву, будет образовываться обсидиан. И так у меня будет халявный обсидиан. Вот. А потом я просто возьму с помощью одного предмета, который я добыл в данже. Я просто огромную территорию заделаю булыжником, потом его на шифте уберу, и у меня будет вот такой вот карьер. В общем, я уже тут поставил, вот как вы можете заметить, разметочки. Там лаки-блок? Нет, там нету лаки-блока. Вот, также сделал вот такое вот ограждение, ну и сделал сам, собственно говоря, дом. Значит, давайте приступим к его просмотру. Заходим вот так. Так, я сказал, заходим. Какого фига? О, все. Здесь у меня кроватки, картины, голова зомби. Кстати, я убил голову зомби. Здесь я побывал в данжах, подобывал флажки всякие. Вот у меня здесь куча ресурсов. Вы, наверное, спросите, откуда у меня такая куча ресурсов? Я отвечу вам. Я без съемок вхожу в данжи. То есть очень много данжев я уже облутал, как можно заметить. Я облутал вот этот данж, вот этот корабль, вот этот данж, потом, по-моему, вот этот корабль облутал, вот этот маленький, потом, так, что я еще облутал? Вот этот замок облутал, также я облутал, так, эти мы отправимся потом, в следующей серии. На эту серию у меня уже запланировано то, что мы будем делать. Вот сюда я отправляюсь только в одну вот в эту вот, и то там первый этаж только исследовал. Вот, еще данжик. В общем, я без съемок хожу в данже, то есть, чтобы вас не напрягать, так сказать. А, ну еще, где-то здесь тоже еще данж был. Нет, здесь его нету. А, вот он, вот еще вот этот данж. В общем, чтобы, так сказать, серия была не очень скучная, я все делаю без съемок. То есть я хожу в данжи без съемок, хожу без съемок, в общем. Добываю ресурсы без съемок. Кстати, сейчас я вам покажу очень большую шахту. Вот. Надо для начала нам поспать бы. Да. Так. Значит, также я сделал вот такой вот подвалик, ну, здесь так вот все оформлено, здесь в каждом, допустим, поршне это хлам весь здесь лежит, здесь кирка, здесь все предметы такие, вот он, кстати, этот предмет, который я добыл в данженте, с помощью этой палочки можно строить мечей, тут куча посохи, оружия, тут шерсть лежит, в общем, я добываю это все без съемок, если вы, конечно, хотите, то я могу это все на съемку делать. Также я тут без съемок, про это потом, без съемок добыл вот такую ту его кучу всяких магических предметов, также добыл ту его кучу ресурсов, ну, потихоньку начал изучать моды и сделал философский камень. Мы еще раз потом его сделаем, то я так без съемок пробовал, как его сделать, его даже в рамочку поставил, вот, то есть я сделал вот такие вот
штучки. Вот, расставил все так, сделал такой подвальчик. В общем, сейчас я покажу вам, где добывались все ресурсы. Ресурсы добывались вот в этой шахте, вот тут. То есть вот она такая огромезная просто шахта. Сейчас я вам покажу. Вот, то есть вот, как вы можете увидеть, из шахта просто огромная, и там, ой, там скелет, я не, и зомби, я не хочу с ними дружить, поэтому я отсюда лучше свалю по-быстренькому, по-быстролям. Такс, ой-ой-ой-ой-ой, не хочу умирать, нет, я не умру. Там мелкий скелетон, поэтому я выпью хилку, вот, все. Такс, и также, надеюсь, ты там не пролезешь никак. О, тут крипер, 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 крипер. В общем, там большая шахта есть. Я туда не пойду, потому что там крипер. Также сделаю тут источник воды. Там с океана течет. Я сделаю, кстати, сделаю тут такую лесенку. Осветил тут все, чтобы никто не спавнился. И также еще сейчас покажу место, где я тоже осветил все. Потому что здесь мне мобы спавнились, и мне это раздражало сильно. Ну, в общем, вот такая тоже пещера. Я тут тоже немножко понадобывал ресурсов. Вот она, такая вот огромная пещера. Вот тут я все и добывал. Ну и добывал еще, естественно, в каньонах это все дело. Если вам, конечно, это интересно, как я это все добываю, как я это все в данжах ищу, как я умираю очень часто, то пишите в комментариях, что вам это интересно, и я буду, так сказать, снимать весь процесс. И теперь то, что я много, ну, теперь переходим к новенькому. То есть, а новенькое это заключается в том, что я добавил целых 10 новых модов в эту сборочку. То есть, первый мод — это мод на шляпки. Второй мод — это на пояс, как вы можете заметить. Вот он, пояс. Третий мод — это на вот такую вот фишку сзади нас, то есть как типа радуга, ну, оно каждый раз новое, то есть включается там, каждые 5-10 минут оно новое включается. Вот. Также добавил мод на антиверстак, то есть он будет наоборот предметы, ну вы поняли, в общем, наоборот предметы, то есть мы ложим, допустим, хлеб, и нам получается пшеница из него. Также я добавил мод на грави-пушки, на защиту дома также добавил, вот Security Craft. Добавил сюда мод Twilling Forest, это такой основной мод, и также еще добавил мод, который называется Main Magic. Ну, как-то так. А, еще добавил Enchant, то есть теперь мы можем по-другому энчантить, то есть вот нам доступны эффекты, которые мы можем про, так сказать, допустим, вот я на максимум прокачал остроту и зачарил. Ну, как, конечно, немножко читерско, но все же очень полезная штука. Вот. Ну что ж, давайте теперь я вам покажу, как крафтить камень. То есть нам нужно для философского камня Quilt Exchange. Нам нужно для философского камня скрафтить вот такую вот бадью. То есть вот сначала вот такую вот. То есть она крафтится из трех железа и просто из камня. Потом вот такую вот бадью. Она крафтится уже из 7 железа и 2 камня. То есть вот такую вот. И колбу. Она крафтится вот так вот из стекла. Вот. Теперь мы берем топливо. Так, берем наше топливо. Ну, уголь в нашем случае. И берем 8 алмазов. Можем, конечно, не на алмазе делать, но я делал на алмазе. Сюда ложим топливо, сюда алмазы. У нас пока переплавляется это все дело, а мы изучим пока что Mine Magic. То есть я уже походил, понадобывал вот эту вот штуку. Сколько мне пришлось убить монстров, чтобы добыть две вот такие вот Magic Dust. То есть мне пришлось убить просто ту его кучу монстров, чтобы, так сказать, достать вот эту вот фигулинку. А, да, еще забыл. Чтобы нам, так сказать, получить философский камень, нам нужно сделать основу. То есть вот такую вот основу. Inern Stone нам нужно сделать.
Он делается с помощью... Где-то у меня здесь был из Незера блоки. Да, вот адские кирпичи. Я, кстати, немножко в ад сходил. Ну, совсем чуть-чуть. Вот. В ад сходил. Там добыл блоков. Вот таких вот. И все. И больше ничего не добывал. Также нам понадобится 4 железа. И 1... И 1 голда. Так, я сказал 1. Вот. Крафтим, значит, ставим вот так железо, по бокам ставим наш незер, и здесь ставим голду посредине, и получаем inert stone. После всего этого у нас получилось minimum dust. Мы ложим вот сюда minimum dust, и ложим сверху нашу, так сказать, inert stone, и через некоторое время мы получим философский камень. Вот такие вот дела, вот сейчас, вот он. Все, философский камень у нас готовый, мы его, конечно, в АВ-энергию не можем переделать, и из него он нам понадобится в многих крафтах, мы его положим сюда. Я, кстати, еще надобывал лаки-блоки. Значит, давайте теперь я сделаю мины вот так. Нам нужно теперь изучить немножко хотя бы майн-магику. Магику 2. Вот такой есть. Вот, нам нужно перо, одна такая штука, бумага и книжка. Перо у меня наверху, и книжка у меня вроде бы тоже наверху. Сейчас мы ее заберем. Текст. Книжка у меня есть. Перья там, по-моему, 3. Ну, давайте, сколько там перьев-то надо? А, ну, 2 пера, нормально. 2 вылаживаем. Потом бумага. Бумага у меня внизу. И все. А, ну и эндерперлы. Они нам тоже нужны будут. Их у меня просто очень-очень много. Так, берем так и берем 2 эндерперла. И я слышу зомби. Где-то он там бродит. Ложим так жемчуг эндера. Сюда эндерперл. А, я же забыл взять вот эту вот штуку. Все. Теперь мы можем спокойно крафтить. Ложим бумагу, 2 эндерперла, одну такую штуку, 2 пера и книжку. Книжку. Вот так. И получаем Magic Book. Все. У нас новое достижение, Magic Book. Открываем его, и здесь у нас нам рассказывают, как все это добыть. Дело. И какие мы уже эффекты изучили. И опции есть. Так, давайте изучим какие-то эффекты. Я уже понадобывал тут немножко. Сейчас покажу заодно вам, где их добывать, собственно говоря, эти эффекты. Так, просто мы берем и вот так вот изучаем это все. А, я не могу это изучить. Ну ладно, это мы оставим на потом. Мы изучили только что. Что мы там изучили? А, тут не пишется, что мы изучили. А, вот, да, вот у нас сбоку появились эффекты, которые мы изучили. И нам нужно скрафтить теперь посох. Ну, посох крафтится самый обычный, мы его скрафтим пока что. Он крафтится из палок и вот этой же штучки. Поскольку, ну, как-то сильно дорого это все будет дело нам обходиться. Я потом еще без съемок понадобываю этой фигни всей. Так, ложим вот так вот наши палочки и ложим вот эту фигню, получаем посох. Так, давайте пока это все скинем в сундуки. Ой, не-не-не-не-не. Вот так. Пока что это все скинем в сундуки. И мы получили вот такой вот посох. Как же им управлять? Управлять им просто. То есть мы выбираем себе способность. Аж. Так, аж. Ой, это не то. Стоп, J. K. Ух ты! Что это? Что это такое? Что я у себя дома заспавню? Как это убрать? Ну, уходи. А, все, оно само убирается. Ладно, придется разбираться. Так, Джей. Потом разберемся, короче, с этой Майн Мэджикой. Такс. Ну, давайте теперь, наверное, приступим к самому любимому моему моду. Это Industrial Craft. То есть мне нужно сейчас крафтить карьер. Крафтится он вот таким вот. Нет, не таким образом. Вот таким вот образом.
Майн Мэджику, я думаю, оставлю... Нет, вот так. Вот так. Майн Мэджику, я думаю, оставлю на потом. Этот мод. Посох я тоже пока что выложу, потому что как-то это сильно опасно. А, да, еще ж, я забыл показать, как добывать эти... Что-то я сегодня быстро это все говорю и забываю, как показать, как добывать все-таки эти слитки. Вот у меня есть один алтарь я нашел. Ой-ой-ой, уже темно. Вот он, алтарь такой. Вот он выглядит вот так. И мы подходим, просто тыкаем правой кнопкой мыши по книжке, и нам получаем такой вот слиток. И мы можем его изучить. Вот новое достижение у нас есть. Вот так вот это все происходит. Такс, давайте отправимся назад домой. Так, пауков там нету. Кстати, вот этот вот шум, он меня иногда бывает раздражает от защиты метеоров, но все-таки эта штука очень нужная. Такс. Значит, давайте поставим наш карьер. Я уже тут поставил разметку. Фак. Что сейчас будет зомби? Ну ладно, умри. И, кстати, я зачаровал лук на бесконечность еще вдобавок. Значит, давайте тыкаем правой кнопкой мыши по маркеру. Теперь ставим наш карьерчик. Вот прям вот. Вот, ну, ставься. Вот прям вот. Вот. What the fuck? Ну какого фига? Может, он не хочет ставиться, где столбик? А ну-ка, подождите. Ну, я же даже на шифте стал. Что за ботва? Я не понял. Я не могу поставить карьер. Какого фига? Я же стал... А, вот, все. Я его поставил. Только как-то он у меня поставился. Давайте... Давайте заново поставим эти маркеры. То есть здесь. Потом у меня там стоял маркер, да? Да-да-да, тут у меня стоял маркер. Потом у меня стоял маркер здесь. Нужно его забрать. И у меня стоял еще маркер вот здесь. Их даже у меня тут было два. Еды у меня нету с собой? Нет. Ну ладно, потом возьмем. Так, я сказал... Ставься. Вот эти, кстати, ботиночки очень классные. Тыкаем правой кнопкой мыши. Ставим наш карьер. Все. Собираем наши разметочные факела. Они, кстати, крафтятся из редстоун факела и обычного этого... Как его? Лазурита. Кстати, тут чуть не сломался. Ну ладно, окей. И вот этот. Ага, он сломанный уже. Значит, что мы теперь будем делать? Теперь нам нужно скрафтить, так сказать... А, нужно еды, во-первых, взять. Я возьму хлебушка, наверное. Поскольку у меня еды, кстати, завались просто. Так. Нам нужно скрафтить, во-первых, генератор, который у нас будет работать на топливе. Точнее, на угле. Локи-блоки я потом буду размножать. Давайте посмотрим, как он крафтится. Уберем вот это Майн Мэджика. Он мне потом нужен будет. Так, ищем. Вот Industrial Craft. Генератор. Он делается из печки. Так, это делается из железного слитка. Окей. Значит, делаем. Берем железный слиток. И, насколько я знаю, там еще нужно олово нам. Да, олово нам все-таки нужно. Олово, олово, алюминь. Олово, у меня что? Олова нету. Подождите, а из чего можно олово получить? У меня такой вот вопрос. Просто у меня же есть философский камень, я его могу, в принципе, получить из любого... Так. Ой, из алюминия я его могу получить. Алюминия у меня, в принципе, дофигища. Мы берем наш... так сказать, камень философский, ложим его сюда и получаем дофига просто, так сказать, нашего олова. Значит, что мы делаем? Мы берем молот, берем ножницы и приступаем к крафту. Значит, берем
Пока что 12 пластинок. Думаю, достаточно будет. Крафтим основу. Так, еще нужно бы взять булыжника для нашей печки. Вообще лучше взять и дерево, я думаю. Всякий пожарный, мало ли пригодится. Так, значит, первая часть у нас есть. Дальше крафтим печку. Нам нужно построить два генератора, поэтому мы будем делать вот так все дело. Теперь берем опять молоток, берем опять железные эти, забираем молоток и делаем нашу основу. Готово. Значит, так, теперь делаем, так сказать, нашу батарейку. Батарейка крафтится. Так, начинаем готовить. Два редстоуна нам нужно. 4 редстоуна. Пока что сюда я его буду слаживать, вот тут в уголку. Дальше. Батарейка. Так, провод. Оловянный провод. Олово. Ага. Нам нужно... так, кузнечный молот. Значит, делаем вот так. Ой, нет, подождите. Вот так. Теперь... Нет, вот это мне не нужно пока что. Теперь делаем вот так. Все. Теперь берем... так, плитка резины. Берем плитку резины. И получаем проводянки. Наши проводяночки. Теперь, что мы делаем теперь? Так, подождите, проводянки у меня уже готовы. Теперь мне нужно... А, ну теперь осталось дело, в принципе, за малым. То есть нам нужно примерно... Ну, пусть пока будет 16, лишнее все равно никогда не будет. Оно. Так, и еще раз. Все. 32 такие штуки у нас есть. В принципе, можем крафтить. То есть наш, так сказать, генератор. Крафтим. Нет, вот так он крафтится, я знаю. Так, 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 так. И две проводяночки сверху. Точнее, не генератор, а батарейки для генератора. Ну все, теперь мы можем скрафтить сам, так сказать, генератор. Так, так. И основу вот так. Все, два генератора у нас готово. Их мы пока выложим сюда. Теперь нам нужно, так сказать, сделать энергохранилище. Сделаю его пока самое обычное. То есть из дерева. Да, вот как раз нам дерево надо было. О, кстати, можно же сделать... Так, там нужно нам, получается, 3. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Нам нужно 5 редстоун и опять проводянки. Очень много редстоуна, поэтому я возьму лучше сразу стак. Так, значит, делаем так, 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 так. Вот так, и 3 проводянки. Я выложу провода, да? Да. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. И 3 проводянки. Все, у нас 3 капсулы готово, нам еще нужно 3 сделать. Так, так, так. О, как раз ровненько, смотрите. Так, и 3 проводянки. Все, 6 капсул у нас готово. Теперь... так, там, по-моему, провода нужны, да? Если я не ошибаюсь. Там энергохранилище. Да, там нужен один проводок. Окей. Значит, ложим доски вот таким вот образом. Теперь здесь мы ложим наши, так сказать, батарейки, не заряженные еще. И ложим 2 проводянки. Все, получаем 2 энергохранилища. Берем наши, так сказать, это все мы сейчас пока что сюда выложим. Берем проводянки. Я думаю, наверное, давайте все вот это выложим пока что сюда. Давайте, наверное, медные провода лучше сделаем. Меди у меня очень много. Ее у меня просто завали, смотрите. Значит, я сделаю лучше сразу стак. И возьму сразу стак этих.
кстати, нам нужно молот будет кузнечный. Берем так, 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 пардон. Медные пластинки. Теперь берем вот эту фигню. И вот так. Все, получили 36 проводков. Теперь делаем вот так, получили 36 проводков. Отличненько. Значит, это мы все вываживаем сюда. Вываживаем это сюда. Теперь нам нужно уголь. Угля, очень много угля. Пока что сейчас мы вот так возьмем. На улице. А нет, еще не ночь. Отлично. Значит, пока что у меня карьер, я думаю, будет работать на генераторе. То есть я думаю, вот где-то вот тут с краешку я поставлю так генератор. Потом поставлю энерго, так сказать, наше хранилище. То есть я сделаю здесь проводянку. Потом вот так нет, подождите. Я сделаю это лучше под землей, я думаю. Поскольку будет мне так удобнее это все делать. Так, давайте вот так, вот так. Теперь ставим наше энергохранилище. Вот он, выход этого энергохранилища. И теперь вот таким вот нехитрым образом. Ага, оно не подключается. А каким оно макаром может подключиться? What the fuck? Я не понял. Что за ботва? Так, стоп. А, ну, наверное, алюминиевыми проводами подключается. Это ж провода из этого. Скорее всего, так и есть, да. Давайте поспим. У меня там есть алюминиевые провода. Я уже заготавливал их для крафтов солнечных батарей. Но так как там надо будет все-таки эти все фишки из этого мода, нам пока что придется использовать вот эти провода. Они Шизендаст? Нет, они из Галактики Крафт. Я не знаю, будут они подходить, не будут. Сейчас посмотрим. Я тут планирую сделать такую вот фишку. Так. Да, они подходят, смотрите. Но я не знаю, они подсоединятся к нашему. Да, они подсоединятся. Тогда я лучше сделаю вот так. Не тонкие провода, а толстые. Так. Итак, ребят, меня отвлекли, извиняюсь. Такую небольшую оплошность. В общем, я уже подключил карьер, то есть он уже вот построился. И теперь он даже там начал немножко работать. Теперь что нам нужно, самое последнее для нашего карьера, это сделать золотые трубы. Я сделаю золотые трубы. Поскольку мне так будет лучше. То есть, вот так. Да, конечно, объяснил я очень классно. Так, дерево там внизу есть, я вспомнил. Так, дерева у нас тут достаточно. Давайте сделаем пару, так сказать, сундуков, что ли. Давайте сделаем 4 сундука больших алмазных. Не помню, получается у нас... Давайте еще алмазы возьмем. А ну-ка, подождите. Где-то у нас тут сундуки. Где наши сундуки здесь? Подожди. По-моему, как сундук? Ладно. Блин, на русском сундуки, вот они. Железный сундук, вот этот как крафтится. Ой, сундук. Вот этот как крафтится. Ну-ка. Ага, то есть алмазный облаживаем стеклом. Нам придется еще добывать стекла, поскольку трубы... Все... Ой, давайте вот так сделаем. Вот так, сэнд. Может, у нас еще там есть песок? Точнее, стекло. А, вот, да, у нас есть еще стекло. Нам хватит, в принципе, этого всего. Значит, отправляемся. Наш, так сказать, подвал. Теперь берем золото. Так, значит, что мы делаем?
Мы делаем 4 обычных сундука. Пока что 4. Потом, если что, я доделаю еще. Теперь их облаживаем железом. Блин, жалко железо. Ну ладно, придется. Вот так. Теперь облаживаем золотом. Золото мне не жалко, у меня его дофигища просто. А вот алмазами мне его облаживать жалко. В принципе, тут алмазов не так уж и много уйдет. Так, ну и стеклом, естественно. Так, так. Забираем. Ой, даже один лишний. Теперь просто берем и облаживаем вот это все стеклом. Вот так. То есть вот таким вот образом. Все, у нас готовы 4 сундука. Теперь мы берем стекло. Да, кстати, давайте лучше сразу поставим переплавляться это стекло. Так, теперь берем еще золото. Я еще золото возьму. Так, вылаживаем 8. Хотя мне этого хватило. В принципе. Ну и стекло посередине. Все. У нас 64 трубы. Это мы вылаживаем, это мы вылаживаем, это мы вылаживаем, это мы вылаживаем. Все. Значит, сундуки у нас есть. Так, еда. Еда, еда, еда. Я ж хлебушек брал. Ну ладно. Неважно, все равно сейчас скоро уже буду заканчивать. Значит, ставим наши сундуки вот сюда. Так думаю, пока что. Это временно. И теперь проводим наши, так сказать, ой, золотые трубы. Так. Вот так. Вот таким вот образом. Так, еще, нет, я думаю, достаточно будет. А, их надо было поставить по-другому. Вот так. Их надо было поставить вот так, вот так и вот так. А, и ладно, уже пусть вот тут стоит. Чтоб трубы не сплетались. Потому что это будет очень фейлово. Так. И вот так. Ну, я думаю, оно будет передаваться в сундук. Давайте сейчас проверим. Загружаем наш топливо. Вот все. И у нас карьер пошел работать. Да, у нас все приходит в сундуки. Причем очень-очень быстро по золотым трубам, как вы можете заметить. И карьер у нас работает довольно-таки быстро. То есть для карьера это очень быстро. На электроэнергии, на угле. Ну, а этот я размещу и подключу уже в другом месте. Может, сделаю какую-нибудь пристройку, что ли. И размещу ее там. То есть там будет все от Industrial Craft. Может, здесь сделаю пристройку. Не знаю, подумаю еще. Так, у нас тут карьер добывает. Уже даже Cobblestone добыл. А, ну да, он тут же я делал разметки, где у нас вода разливается. И он там вот, получается, Cobblestone был. Так, тут големы эти, они мне не нужны. Так, давайте спустимся вниз. Кстати, у нас, по-моему, поменялось. Да, у нас поменялась эта фигня. Да, у нас поменялось. Так, давайте пока что выложим это все дело. Так, значит, вот это все мы проводянки, вот это все трубы, это все мы выложим пока что. Заберем отсюда хлеб, это... Давайте, думаю, 3 лаки-блока откроем напоследок, и все. И на этом, я думаю, закончим. Как раз уже 35 минут, уже снимаем. Даже, может, минут 40 эта серия будет. Да, кстати, забыл сказать, так сказать, дополнение к этой сборке я выложу где-то через серии 3-4, поскольку я еще буду дополнять эту сборку. Она мне, так сказать, очень нравится. Так, если заспаунится какой-то босс, я врубаю мирный, поскольку здесь спаунятся иногда боссы. Ломаем. О, бедрок.
Ломаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Наш. Так, ну он, изи. И последний лаки-блок. О, ну, Diamond Sword. О. Ух ты, нифига ж себе. По-моему, это Lucky Sword или как-то так называется. Ну, карьера у нас продолжает нашу работу. Вот он добывает тут наши ресурсы. У нас, я думаю, их будет очень-очень много, поскольку... Я думаю, даже здесь будет еще этот... Сделаю распределительную трубу, если я ее сделаю, конечно. И как-нибудь другие сундуки. Может, еще тут сундуки поставлю рядышком. Не знаю, посмотрим, как это все будет у нас выглядеть. Ну что ж, я думаю, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр данной серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Джокер. Всем удачи, всем пока.